вечер, друзья. Ну что же, спешу поздравить. Столица, так сказать, снова с головой. Мы искренне рады за Виталия Владимировича. Мы поздравляем его. Ведь практически любое его выступление, любое его интервью – это всегда очень объемный и очень веселый блок в программе «Чисто Ньюс». Ну а моя победная песня прозвучит сегодня от первого хорошо знакомого вам лица. В Киевском посту пусть со второго раза я обошел березу и занял мэра стул. Всех поблагодарю за то, что выбирают, хоть и не понимают мир, в котором я живу. Ну и пусть я на дебаты не рвусь, речь заучу наизусть, с мыслями соберусь. Но мой род скажет все наоборот, ржет на ютубе народ вот уже целый год. Мне не дано понять всех препинания знаков, значения артефактов и завтрашнего дня. Но мне понять дано преемственность традиций, быть должен у столицы мэр, с которым всем смешно. Ну и пусть не Вассерман, я не друзь, снова разгонит вам грусть мыслей моих поток. Но мой срок, мой поэтический слог, всем логопедам назло, вовсе не так уж плохо. Спасибо. Поздравляем еще раз, Виталий Владимирович.